Здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня запланирована работа по установке колец и прокладке труб водопровода. На заднем плане у нас работает экскаватор-погрузчик. В данный момент он копает траншею под водопроводную трубу. Яму под кольцем мы уже вырыли и колодец установили. В ближайшее время должен подъехать сотрудник технадзора для контроля наших работ. В этом выпуске мы наглядно продемонстрируем всю процедуру прокладки водопровода.